Всем привет! Сегодня, как и обещала, я расскажу вам о чудо-средстве, о чудо-маске от Мира, которая творит чудеса с лицом, от которой лицо преображается, становится необычайно гладким, красивым. Я от этой маски в огромном восторге. Она затмила все мои средства, все мои маски. И не сравнить вот эту маленькую баночку с вот этим количеством масок. Причем на нее максимум уйдет у вас времени 10 минут. На то, чтобы добиться похожего эффекта с этими масками, мне потребуется минимум час. И, эффект несравнимый. Это маска, которая делает с лицом чудо, делает его приятным, делает то, что не делали те мои предыдущие маски. Вот она выглядит вот так, вот такой вот белый порошочек. Вначале, когда я открыла эту маску, я подумала, что она будет давать эффект либо скраба, либо соды, когда наносите соду на лицо вместо скраба, но ничего подобного. Она прекрасно очищает поры, она убирает все шелушения. Лицо после нее становится необычайно гладким, поры действительно очищаются, что немаловажно. Как ее наносить? Вот этот порошочек, умываем лицо, в ладошку где-то пол чайной ложечки наносим этого порошочка, смачиваем пальцы в воде, берем два пальца, окунаем в этот порошок и круговыми движениями наносим на все лицо. Затем где-то 2-3 минуты я оставляла ее нетронутой, ходила с ней. Вот, она начинает на лице интенсивно белеть, такого белого цвета становится, стягивается лицо немножко. Затем, что мы делаем, после где-то 2-3 минуты, я снова смачиваю пальцы в воде, круговыми движениями начинаю водить по лицу, и в это время убираются все шелушения, очищаются поры. Вот, где-то около минуты я так делаю, вы по своим ощущениям поймете, сколько вам нужно делать. И умываюсь. Кожа после этого бархатистая, мягкая, очищенная. Я в восторге, такого средства у меня еще не было, чтобы творило такие чудеса. Целый вечер затем я ходила, и мне хотелось трогать мою кожу, потому что она была необычайной на ощупь. Я знаю, что этого делать нельзя, но ничего не могла с собой поделать. Итак, какие же средства затмила эта маленькая масочка от фирмы Мира? Она затмила мою маску «Шведский спа-салон от Oriflame», которая прекрасно отбеливала поры, убирала все загрязнения, но ее очень тяжело смыть с лица. Она просто не смывается, оставляет белые такие разводы на лице. Затем, чтобы их убрать, я делала маску-пленку с жасмином, тоже от Oriflame. Вот, это у меня был комплексный уход. Я сначала делала вот всегда две эти маски, либо же я делала маску с глиной самостоятельно, добавляла различные масла, либо различные настои трав. Она тоже прекрасно убирает шелушение, но все эти средства просто падают, и не в сравнении с вот этой маленькой баночкой, на которую маску нужно потратить гораздо меньше времени. Я ее советую всем, она подходит для всех типов кожи, даже для чувствительной, она не вызовет раздражения. Ссылку с сайта, где можно ее приобрести, я оставлю внизу под видео. Всем ее советую, это чудо-средство. Просто желаю всем попробовать ее. Всем пока!